Мама, это не страшно. Оно зовется, все нормально. А вот эта электростанция, да, вот это самое страшное. Иди сюда! Конечно, амцанстанция. Оно и детям, и взрослым попадется все это. Конечно, страшно, что амцанстанция взорвется. Вот, оно рядом. Горочка, моя маленькая. Моя девочка. Что, не, Саня? Есть тревога, конечно, потому что мы недалеко так уж и находимся. Сколько тут расстояние? 18 километров, если напрямую. То небезпека от войны есть. Ну, слава Богу, скосили пшеницу. Ничего такого не случилось, пшеницу сдали. Ну, тогда было трошки безопаснее. Сейчас начали обстреливать. Мы пришли получить таблеточку йодокалия, чтобы в случае катастрофы, да, мы могли ее принять и уже спасти себе жизнь. Вот, надеюсь, она нам не пригодится. Конечно же, я переживаю в любом случае за свое здоровье, за здоровье своей семьи, но я по жизни стараюсь мыслить более позитивно, поэтому я не концентрируюсь на плохом, я не концентрируюсь на том, что может что-то случиться, что может произойти авария, поэтому я просто живу сегодняшним днем, радуюсь, но при этом стараюсь оберегать себя и свою семью. Василий Иванович, давайте. Ну, давайте.